Проекты. Предложил Бля, бы дай всем. пиво, заебал. Еще об этом, да. Давай, шкаф тыкаем. У нас у Слава. Нет его. А я за него. Кто я? Кто я? Такой фильм есть с Джеки Чаном. Разбойник. И не только разбойник. Это те, которые вот этот вот эти вандалы, которые на стенах рисуют. Тегают стены. Давайте, жрите быстрее. Я чё? Блять, мне банки перепивать. А ничего, нормально вообще. Пидоры мечей накидали, блять. Чтоб вам эти мечи в жопу засунули, блять. Слава, а где твоя праведная, блять? Ёбаный в рот. Так я сдыхал, нахуй. Да уберите свои мечи, ебаные, блять. Вы что, дураки? Вам нравится слушать эту хуйню, типа? Кулак дайте. Сказано же нормально, не кидайте ебаные мечи, блять. На убеж, подай, блядь, мечи, пиздец. Я же, блядь, забываю, что делать надо, нахуй. Так. Проверка. Дайте инту. Что-то не хватает какого-то бафа, блядь. Рыбы тебе не хватает. Натуре, блядь. Бля, на тут, нет. Заханыч не поел, Рарник не поел, Седжу не поел. Блять, какой пидор кидает мечи? Вы реально ебанутый? Так рыбы нет, где она, блядь? Я его закликал, Катрисе. Нахуй ты закликал? Дурачок, блядь. Ты, сука, мне мечи кидаешь, нахуй. В очко их себе засунь. Слышишь, блядь? Я сейчас распущу рейд, нахуй. Или что вы думаете, нахуй? Это весело? Смешно, нахуй? Сейчас пойдете чилить робот, блядь, нахуй. Шизофрения. Я сказал мечи не кидать, дауны, сука. Кинь. Или это мечи? Непонятно, нахуй. Что такое меч, блядь? Короче, я сказал, еще один меч, нахуй. Ну, идете чилить, нахуй. Ну, будете убивать сами робота, нахуй. Смешно дохуя, да? Да, блядь, не смешно, просто как ты горишь. Давай, короче, 75 ГП и распуск. На ауке там, блядь, по 50 они стоят штука. Сейчас пойдете покупать весь аук, нахуй. Вчера хотел купить, нахуй, где там цены. Ну, совсем другое дело по агро, нахуй. Вилаша, готов мне зыбку. Жми. Жми. Просто жми, блядь. Жми, ёкарный бабай. Тихо, тихо, посерьезнее, блядь. Сакра войд. Войд, сакру, жми. Сакрахули дринк. Да ты рано говоришь, блядь. Нормально. За 5 там секунд. Заранее 3 секунды, типа. Я по ДБМу вижу, когда мне сдавать. А, ну окей. И Вилаша антимагия. Чего? Сука. Чё, проебал, да? Ну вот теперь там, переставляй там местами. Врахиль сакру. Вот теперь брать. Местами переставляй, давай. Исправляйся. Не я говорил. Я ему говорю. Сакра Ворохель. Ну, бывай уже, минута 15 уже мое. Охуенно. Ну, ясно, да. Нахуй. Ну все, схильте тогда как хотите, нахуй, дальше. Да все живы, дальше. Похуй, просто хильте как можете, нахуй. Сейчас я купол жму. Со льву слил по Вадикону. Ворохель, боб по Вадикону. Я со льву по нему слил. Рианти гим на хп. Мне кому солю? Так, пока никому. Пока, погоди. Шалфирн гим на хп. По хокмастеру сдай.
Так, ну сейчас я буду. Сейчас я танчу. На полу в холидринг. И вилаш, а не зыбку. Следующий на полу в Юль. Окей. Войд с окружми. Ага. В Адикону сальву кто там есть? Я с Рарником давали. Сейчас ты и Вархель остались. Я сдавал уже. Холидринг с окру нажимай. Врахель сакра. По Катрисе вмешательство срочно. Катрисе мишку быстро. Боб дал по нему. Не знаю, спасет это, нет. Вилаш антимагия. На полу в холидрин. Меня уебало. Пизда, Хантун. Блять! Хант умер. Ну и все, и пошел. И мы умерли. Из-за сала, да. Как Хант проебался, как Хант проебался. Ну смотри, ну, смотри результат. 38% и... Ну, 3... Не, это мы поубили, да. Секунду, нет. Секунду шли, по идее. Нет, ну, да, по дамагу проходится. По дамагу вроде нормально идем. Но ну, дело в том, что кто-нибудь нормально умер бы, и все, и не хватило бы. Угу. Сука. Бля, Ромчик, а что ты упал, что случилось? Надо что-то добавить, нахуй, да добавить надо ДПС. Ну, на стресс мало дает, ну, вмешательство. Сколько раз ты вмешательство дал в этот бой? Есть инфа? Ой, ты у хэпала джагу перебиваешь или что? Написано перехват один. Ну, он должен был раз 10 дать. И ой, там, ты синюю джагу кидаешь. Раз 5. Он 5 раз бы дал. Я не могу так, нахуй, этот... как он называется? Неудобно так. Чё неудобно тебе джагу? Да таймер сидит, ебаный нахуй на середине экрана, неудобно нахуй. Да я анонсу, чё там такое? У тебя чё, в этом, в рекаунте нету таймера? Не знаю. Там смотри, прям в рекаунте нет, должен там быть. Дайте мне это 3 минуты нахуй, талант перед. А чё ты хочешь? Ну, минус агра там вроде. Один талант берут все. Вот один талант стоит взять. Чё, Катрисе ощущается, Сандер? Более-менее, да. Охуительно. Ну а продакс 25. Блять, самое хуёвое это сова, нахуй. Она, блять, дает. Это то, что я танчил. Дает двадцатку. Хотя бы 50 вместе. Ну а гро пиздец, конечно. Ну это еще истерия. Истерия обычно меня не кидают, потому что зажали. Не, в тебя кинули истерию. А сейчас да, кидают. Сейчас вообще классно. Бурсить по 30, блядь. Ну, у меня где-то, у меня на бурсе 26 было, пиздец. У меня вот на первом трое было. Смотри, а продукт 27 жмёт на роботе, нахуй. Это вообще заебись. Я 24,5, 25 держу где-то. Вообще заебись. Ну, я Сандер настакиваю еще миллик. Я стопал раз 5. А нахуй я тебе Сандер стакать? Есть Сандер, можно их кикать, нахуй. Есть же этот, нахуй, как он называется, вар, блядь. У совы есть талант на снижение агро на 30%. Ну, да, да. Он, так, кстати, да, обязателен, его все сову качают. Вар точно стакает? Пускай он, блядь, стакает Сандер и юзает вмешательство просто. И, ну, там, что по времени... Не, ему и ДПС хотя бы какой-то надо давать, нахуй. И мы и так тютелька в тютельку идем, нахуй. Что может, то пусть дает. Но основное, чтобы Сандер висел, чтобы Седжер дамажил больше. Он слишком много проебывает. Я хуею, блять. Ну, русского языка непонятно, да? Чтобы стакнуть Сандер, надо стойку сменить. Кто кидает мечи, нахуй? Я не обращаю внимания просто. Я сейчас обращу внимание, нахуй. Кто это? Шалфир, да? Чувак. Сейчас повеселимся. Ты мечи хуяришь? Зачем? Бля, давайте бить босса уже, нахуй. Давай, блять. Кто мечи кидает? Быстро мне сказали, нахуй. Блять, можно потом, пожалуйста? Я сейчас в ГП буду вхуяривать. Вы не понимаете русских слов, нахуй. Вам говоришь, не кидайте, нахуй. Нет, в жопе чешется. Сейчас я вам почешу, журнал, нахуй. Нахуй. Да, журнал, чек. Давай всем. Сейчас я открою журнал, нахуй. Так, где эта хуйня? Да тут хуй найдешь, нахуй.
Что случилось с персонажем, да? Я только вижу, что Трис создает кожаный меч. Опа! А вы что? Нет, создает, она пишет, но когда тебе кинули. Ага. Поэтому Вайда в чате тоже пишет, что он создает меч. Это когда кинули, нахуй. Да. Кто кидает, нахуй? Мечи, Продукс, чё дурачка-то строишь, нахуй? Не мечи, а мяч, нахуй, ёбаный, кожаный, нахуй. Ёбаный в рот кожаный. На, блядь. Нахуй, нормально тебе, блядь? Вот такую хуйню кидают мне в сумку, нахуй. Дебилы, блядь. Так он, типа, без рофла спросил, наверное, чё ты, блядь, наехал на парня? У меня сейчас остался. Вот видишь, нахуй. Нет, давай мечи покидаем, хули. Мы же мечи пришли покидать сюда, нахуй. Войду в сумочку, нахуй. Дебилы, блядь. Короче, нахуй, вот эта хуйня, паровозы, блядь, ну, пизда, нахуй, короче. Имейте в виду, ну, это хуйня ебаная. Я в игру не захожу, чтобы вот это говно слушать, нахуй. Чтобы вас повеселить, нахуй. Хотите в рейд, нахуй, будет рейд. Нет, нахуй, я вас кикну, нахуй. Я ебал, блядь, и других нормальных людей найду лучше. Да все, блядь, меньше зари, Войд, ну, ебаный в рот, блядь. Они, блядь, тебе и кидают, Смарки, потому что ты, пожарей. Блядь, реакцию даешь на эту хуйню, вот, блядь. Ну вот и все, сейчас закончим рейд тогда, нахуй. Пиздец, блядь. Попмастера забыл. Кто-то этого добивается, видимо. А, он... Подожди. Добивается. Заговор, блядь. Блядь, чат не спамьте, ебаный в рот, блядь. Я сейчас вот так сделаю, подожди. Слава, таймер не будет. Я скриншот сейчас сделаю себе на другой. Слава, да, Я могу удалить сообщение. Там хукмастер же. Да, я сейчас все скрин сделаю на свой сервак в Дискорде кину, блядь. И скиньте мне еще, кто рыбу затыкивает, нахуй. Сейчас ГП полетит, блядь. Уёбки, блядь. Совсем ебанулись, нахуй. Я ебал, так играть, нахуй. Трисси вроде закликал. А нахуй это делать? Затыкал, потому что уже все поели, все стояли около босса, блядь. Ну так как оказалось, не все я поели. Я не поел. А я еще не знал бы то, что она затыкивается и пропадает. Я даже не видел, что ее поставили, блядь. А я даже не знал, что мяч, нахуй, оказывается, когда Войда выбираешь, и по сути, да после всего, этого, блядь, кидается в конце рейда, блядь, я тебя все мечи отберу, нахуй. Бля, у кого что болит, тот о том и говорит, блядь. Он хочет кожаный мяч в рот, блядь, я не знаю, что. Блядь, да вы мечи, заебали, ебаные твари. Давайте бить уже, блядь, заебали. Вам только кожаную сигарету не хватает. Кто будет первый на боссе? Хуридрин, как обычно, как сейчас было. Сейчас была Вилаша. Там Авилаша была. Ну, блядь, ну значит на Вилашу пульте нахуй, я ебу, что ли? Юля, ты будешь первая? Бедону. Ну, давайте первая Юля уже будет, я не знаю, потом... Там, ну, это от ваших напулов будет. Зависит. Ну, пульте в Юлю, все, в чем я проблема? Я поставил синюю, все, даю отчет. Ёбаный в рот, блядь. Бегите уже, бегите, нахуй. Ну ближе, ближе, босс где? О. Вилаша, не зыбку. Сакравольд. Сакрафолюдрин. На полу в Войда, давай. Сокрав Рахель, Рахель сокру. Войда Юля, антимагию ставь. Я сдал. Я тоже на полю. Вархель, Боб по водику. Там два танка пока. Перед водиконом. Как он будет на втором? Сейчас. Сейчас. Он сдал, нет, Боб? Я сальву дал по водикону. Сдал, я по сальву по нему дал, все нормально. Три антигим на хп. Ну,
Ну вот к мастерам что-то надо делать. Готовься. Шалфир на удал. ХП. Шалфир на ХП. На полу колидрин. Рарник со льву по шалфиру. И Вилаша не зыбку. Слава по игру упал. Говно. Ну понятное дело. Следующий я не знаю. Давай. На полу в Юлю. Стопай. Стопай, ну это пиздец будет. Лучше хокмастер. Полидринг сакрай. Вмешательство по дикону, да? Следующие 7 секунд у тебя. На полу холидринг. 10 секунд еще. Ну, да, нормально. Хукмастер, если тебя будет бить, хукмастер, не зыбка. Сакра в Рахель, Рахель сакра. Ой, а мышку на зип. В Рахеле сальва по хукмастер. Че, я следующий буду. Блин, надеюсь. Нет, не ты следующий, зачился. Вот я, отлично. Зона антимагии, Вилашу. Я следующий. Не, я не про это, я по агру имел. А, понял. Че, в кого напулить? Хольдринка? Да. Ну вот, мастер, нахуй, мастер не зыбку. Каша. Не зыбку быстрее нажми. Так, теперь по команде Транквила зубы на мастер каши. Давай зубы на мастер каши, давай. Транквила гимн на ХП. Я на бусь. Транквила на ХП. Ладно, ничего, пускай скинет все равно агру. Воет сальву по Катрис. Быстро. У меня КД нахуй. А, есть. Он сдох. Сейчас. Он сдох уже. Сейчас после клэпа станет, блядь, эламаунт на ХП. Надо будет резнуть кому-то его. В дикон сдох. Я продукс. Вот, блядь, ну пиздец. Ну да, давай. Мы Фокс в дикон. А, блядь, Тирианти уже. Не зыбка, Вилаша. Вилаша не зыбка. Пиздец, пошотало дохуя людей, да? Угу. Я не знаю, ну типа смысл, сейчас мы 4 ляма бьём. Сакровоид. Минус 5 дд бьём. Надо было разрезать, мы уже 40 секунд проебали. Без этих 5 людей. 50 секунд. Берса. До берсы минуту. Сакраф или дринг? Ну мы без них не убьем, уже смысла нет дальше. Да надо не, было... можно падать. Их надо было бэрить сразу, нахуй. Мэтфокс. Надо было Мэтфоксу Вадикону Катрисию, Катрисию еще. Да, я так и хотел сказать, но потом, блядь, упал нахуй еще Апродакс, блядь, и уже растерялся. Видишь, в чем проблема? В том, что агро неизменно падает вниз у танков. Они его набирают, а оно падает вниз. И до той плашки, где уже ДДшники, уже доходят. Заходи на медведя. Ты думаешь, больше там будет? Ну я думаю, да. Заходи, да. Это минус сакра, блин. Не, ну давай попробуем, похуй. Будут личные цивы сдавать, заебали. Ну типа пока не умираем вот цивами. На клэпах мы не умираем, так что давайте что-то уже крутить под другое. Ну давайте тогда, короче... А сколько до версты? 15 секунд? Да. Да, 13, 12. 11. Да там 5 тел уже лежит, уже не добил бы этот рейд просто. Ну да, мы бы не добили. Если бы хотя бы там 2 человека умерло, добили бы, возможно. Да мы ровно идем так-то. Там жили бы ровно, нахуй. Бля, ну, там видишь, есть... типа, Апродакс, Катрисия разгоняют, Катрисия. Пиздец, и долго держит. Вот эта фаза и дает. Тебя босс шотнул, Катрисия? Да, ну, его. Шотнул автоатакой, нахуй. Блять, а если ты дубку нажмешь и медведя, нахуй, когда я срываешь? Я, блядь, тыкал попятиться. Я не успел медведя, я начал только подъебало бежать. Как попятиться работает? Бахну. Оно нихуя не работает, блядь. Ну что-то вообще такие крохи, это просто неощутимо. Мины дауны ебаные. Ну, вот, я сейчас больше теряешь за то, что атаку. Ну, давай, на медведя. Даун, не, ну по факту они ебанутые. Не, ну это по факту они ебанутые, не спорю. Друид пятится, не нанося урона, и значительно снижает исходящую от него угрозу. Ну, значительно они работают. Противник его атакует. Чё-то, слышь, там, видимо, ошибка. Чё-то там даже не 2% не снимает, вообще ноль просто. Там, видимо, ошибка в слове значительно. Может, она не так работает, может, она не снимает уже набранную, а может, она просто не дает набрать дальше. Ну, потому что ты не бьешь, потому и не дает набрать. Тебя, этот, противник она должна снимать хорошо.
и значительно снижает исходящую от него угрозу. Это как, да. это как ложный выпад уроги, да. Процентов 10, я думаю, должно снять. Да, она там вообще не больше 20, да. 20 это слишком дохуя, 20 хотя бы 10. В смысле? Нет, это нормально. Ложный выпад дохуйщий снимает. Не знаю, сколько ложный выпад в процентах разбойника, снимает. Да. Не знаю, сколько он в процентах снимает. Нихуя не работает. Но варовское вмешательство снимает 10% нахуй. С КД 30 секунд. Это пиздец, жесткая хуйня считается. Она... Ну, тоже написано значительно снижающий уровень угрозы. 62 минуты. И на 60% ауешку режет. Оно вот как-то чуть по-другому. Плюс талант на событии огромное. Вы пати дадите или что, нахуй? А, нахуй, там РЛ пади не перекинул. То есть у тебя за эти 2 секунды пойдут на 2-3 авты и один скилл, все. И от него будет чуть меньше грамм, вот как оно работает. Сука, ебаный. Ну, у тебя в талантах есть эта хуйня? Так это такая же херня, блядь, как у, блядь, у шамана в пронизывающий ветер, типа такой же херни. Да, да, в этом духе. Ну, блин, вот надо на форум написать. Же, она же не юзается, а, ну, ГКД на нее нету. Я ГКД имею, нету, что, напиши. Вот. Если нету ГКД, напиши ее в макрос, нахуй. Ну, а, в макрос не смешно, но очень много энергии. Есть у нее ГКД. Есть, ГКД не, если, не, если есть ГКД, то пиздец, хуевая хуйня. Это ты плюс на макро проебешь. Ну да, у ложного тоже ГКД. Ясно, ясно, блядь, все ясно. Мне кажется, нам надо варчика менять что-то. Меняйте, нахуй. Хулидринк 25 даст, нахуй. Ой, блядь, ебаный этот Invisible, блядь. Похуй. Ебаный Абема, блядь. Поиграем через этого, через танка АДК ДД, нахуй. Пускай он в незыбке танчит, нахуй. Как пятый танк, нахуй. Еще можешь на него напулить, нахуй. Не, ну вар здравый тут, конечно, решает дохуя. Ну, конечно, ну, по... дамага мало. Ты заходишь, нет? Да, ёбаный, вот захожу, нахуй. То сейчас тебе опять мячики прилетят, блядь. Я мячики понял, нахуй, это ты кидал. В смысле, блядь, корми пэта, блядь? Я тебе ж давал мясо вчера, блядь, ты чё там, нахуй? Давал уже, 2 штуки осталось. Давай мясо! У тебя, блядь, его легче убить, нахуй, чем прокормить, блядь. На, нахуй. Давайте, пати, хулидринг. Ебать, что за нахуй рейд вообще собрался? Печей каких-то, да? О, рыбу поставили сюда, ебать. Так, сейчас я, блядь, тринку одену. Пиздец, что-то нахуй не могу дотянуться. Я с пола не ем, нахуй. Так она на полу не стоит. Со стены поешь? Больше рыбу. Уже мозг плавится, пиздец. Тык. Так. Тык-так. Чтоб жили мы ровно, нахуй. Вот тут я на АП выпью сейчас маску. Хули усмуньте, что тут? Так, масло на АП. Рыбу сейчас ебану. Хотя помимо кружки... Рыба стоит. Вот рыба. Каску дайте, меня. Пожалуйста. Ой, бать, как она так высоко. Слышал, во второй ДД-тринки нету? Нету. К сожалению, нахуй. Его. Этот, на пул и на войд даю, я первый буду. Хм, ок. Ну, потому что без вариков, нахуй, я если первый не буду, я агро... Ну, у меня не будет ярости. Не будет хуй. Бля, да я понял, шеф. Эти паки, два зандалара там, одного перекидывай. А ты же тонны пуливай войда пока, мы сами наберем. Но стресс где? Третий платит 2 зандалара. Вы поменяли его уже или нахуй надо? Никто ничего не менял. Поменяйте, да, лидер-то у тебя ассиста, дай. С MVP хантом призвана поменять. Блять, вы заебете. Местами. Чтоб жили мы ровно, нахуй. Да, максимально хуёвая пати у меня, бля. Ебать, да заебал. Где Invisible, нахуй? Ясно. На полугородье. Чё, зайти мне ДКшника? Заебали вообще, блядь. Сидите нахуй с нормальным ДПСом, мы тут, а блядь, можно упираемся. Можно каску по друидам? Сейчас уже ждите трай нахуй. Сейчас самый нижний. Самый ваша МП5. Сейчас самый нижний по ДПС пойду чилить. По шаманам. Там 2 ДК возьмем нахуй, пускай играют. А продакс ты готов нахуй? Каску по друидам. Я каску давал, теперь по-другому бафайте. 3 паладина, теперь не 4 нахуй. И давайте побыстрее, блядь.
Ну все, нахуй. Рахиль, каски, рарник, МП5, кулаки. Нет. Я только кулаки. Пиздец, да просто каску дайте и все нахуй. Да, подожди, вопрос по носам. Там, где, короче, вот твоя сакра стояла. Мне носить тебе по личной сейву или что? Ну да, мне, наверное. Да. Вы там когда-нибудь, ну, это, раздуплите каски там всю хуйню. Ну, ты вышел, да. МП5 не раздавайте, правда, и все. Каску, кулак и прото. МП5 нахуй ничего не регает. Я себе выставил на панели эти просто бафы нахуй. По маусоверу, блять, каску, вот эту всю хуйню. Просто навожу мышку на челика и по баф, по классам уже раздаю эти бафы. Ну, сделайте себе так же. Пиздец. Нет. Нет. Шаман тотем пусть поставит на МП5. Ну, поле пауэр стоит, так что не. Мечи. Шкаф поставили быстро. У меня кулаки настроили. Че ты хочешь, шкаф? Поле хочешь инвизибла взять? Из товара, да? У бар крик на хп был. Пусть крикнет и выйдет. Да и в рот, ебать, этот крик на. Ебать, ну я тоже могу крикнуть. Вон лок, что там, у него небес, не? 4 минуты у нас крик на хп есть. Давайте нахуй быстрее. Все, блин, за 4 минуты не убьем расход нахуй. И каску по ханту. Ты расход гп, блин. Ты и не будешь ливать с рейды, только время боя не ливни, или тебя кикнуть. Нет, кикни. А где он? Он в инсте или нет еще? Где он нахуй? Ну так, блядь, дайте ему портал нахуй. 50, блядь. Блин, вот он, портал. Блядь, я поставил на него черепок нахуй. Если вы его меняете, ему же надо портал нет, дать. Вару, да. На шкаф иди, вот тут портал я поставлю. Только каждый портал. Ебать. Invisible принимай. Так. На спине, да. Это? Порталы ставлю нахуй. Знал я нахуй слава твою Вуду, этот лучший аддон, блядь. То, что, блядь, ты просто не привык еще нахуй. Нет, у меня просто показано, что я на пулом не достаю нахуй, а оказывается достаю. Вот я ебал Вуду. Ну, а тебя... ну это нахуй Вуду. Забафайте инвизибла. Это, кстати, Вуду есть такая хуйня. Должно настраиваться тоже раньше. Дистанцию просто пропишешь, да и все. Хочется, проверка завершена нахуй. Даю отчет нахуй. Че не добавили вообще похуй. Че хп так мало? Че, нормально там по агро? Танки вроде? Да-да, пока да. Я стараюсь кнопки быстро. Свои сейвы. Свои сейвы жмите. Если че, орите на пулю. Вела, что самая нижняя. Сакра фоли дринк. На пол. А еще сдал на пол. Фоли дринк на 5-й упал. Ну пусть курит теперь. Сакра в Рахеле. Бы еще какую-то фланску нахуй носил, вот зелье героизма. Не можешь быстроты надо пить. Уже и Вилаша купол. Я тебя кину потом приподки еще. У меня есть на хосту, я буду пить потом. На полу в полидринк. Сдал. Я тоже сдал. Ебать, тут больше игра сюда. Больше намного. Нахуй. Ну вот и сиди, ебаш, нахуй. Давай, деда. Убиваем и все, нахуй. Мне еще ТДшных шмоток одеть, я вообще буду бомбы, нахуй. Заебали эти проебы, когда уже? Рианти на хп жми. Вавилашу надо на каком выделе? Вавилашу надо поднять. Вавилашу на пулу. Сама поднялась. Сейчас дам. Шалфир хп.
Да, воишь. Ну, пусть пытаюсь помочь, пойду. Эвилаша, не зыбку. Полидрин четвертый. Ну, напулил я там чумок. Я еще лагаю, у меня, блядь, два кадра нахуй. Приготовьтесь, приготовьтесь личный сейв уже. А кто мне боб, нахуй? Вы совсем ебанутые? Вы нахуй мне боб дали? Личный сейвы нажали, личный сейвы нажали, прожались. Ой, блядь, я в ахуе просто, блядь, ребята. Кто долбоеб, нахуй? Все, все, Войд, пожалуйста. Ну, перегоняйте меня, быстрей. Ну, там, Вадикон сейчас. Сакрафули дринк, сакрафули дринк. Вадикон, ну давайте какую-то сальву. Что-нибудь нахуй дайте, я стою уже, ну. Ну, Вилаша вылетела. Сальву по Вадикону. Ну, да, попробуем здесь пока что. Попробуем без нее пока. Сакра, Брахель. Вы первые двое, поэтому. Бля. Я не знаю, что втыкать, вы прохиливайтесь. Похуй, прохилится как-нибудь. Ключ нажал, хилерей травит. На полу в колледринка. Инвизибл танчит. Танчит, танчит, инвизибл. Не зыбку отдай. Прохиливаем, прохиливаем, прохиливаем. Транквилла, давай зубы по ним по этому. Мадфокс, ресай. Не зыбку, давай, мастер. Ты не отдал? Эламаунт, Транквилла, готовь гимн на хп, Транквилла, гимн на хп. Эламаунт, готовь зубы по мастеру через пару секунд. Блять, а где босс? Нахуй ты его отвел? Вы еще босса дрочите, блять. Можете ближе к нему стоять. Эламаунт, гимн на хп. Минус 3, минус 4 у нас. Я останусь, подойду. Так, я ресну консилятора тогда. Ну, Вилаша нету, поэтому пожмите сейв лично. Мастера ресую. После клэпа встанешь. После топота, ага. И жмитесь, жмитесь. Вставайте оба быстрее, фулл дамаг. Минута и 20 секунд. Хинти, бля. Ну, там уже присты пошли, уже не догнать их нахуй. Я по туче стою. Сейчас нажму ухотень. Ухотень нажал. Мы же не догоним. Уже, ну, вариков. Сакрахули дринк, сакрахули дринк. Там кусака уже, если что, врывается по агру. Сейчас танчить ничего скоро. Это точно. Я прям надеюсь, да. Invisible, Void. Сакра, Брахель. Вот Invisible сейчас, если не умрет, то я буду следующий. Патрисия, Берг, Хукмастера. Ну вот как бы 35 секунд нахуй и 18 лямов. Нажмите кто-то, ну, у кого... Попадала. Жмите сейвы личные. Выберь себе, бейте просто и все. Да, надо уже, наверное, стопы бить просто. Ну на то и расчет. Надо сейчас слово ДПС убрать нахуй. Ральник, сальву по себе. Я на последнем месте должен быть. Все, берса сейчас будет. Похуй, видите. Адреса 5 секунд. 8. Рарник, бабл готовь. Давай, бабл. Какую 7 лямов? Топ-то убили. Не, ну если б не упали, убили бы. Не знаю, ебашу его. Да-да. Ебашьте, лоха, нахуй. И Аиша зашла, пиздец. Все нормально. Типа точно так же, только Эвилаша не вылетает посреди боя, и все. Я не знаю, тут, блядь. Потно, пиздец. Но два танка намного быстрее слетают в агролисте, чем три танка. Да там под конец списка, пиздец. Там и Вилаша дает два сейва, а, блядь, втыкнуть мне на походу место... Мне, походу, надо умен растягивать, ебать, я пиздец. Да, да, растягивать надо, конечно. А втыкнуть вместо двух сейвов, я хуй знаю, что... А хилы справляются и без сейвов так-то. Эй, да, уменьшу. Не, ну они, да, хорошо прохиливали, когда и Вилаша не было, они хорошо прохиливали. Сколько там надо людей, чтоб я видел? Главное, чтоб ты танков видел. Там что-то 5 слотов, блядь, не хватает. Ну с десяток точно надо, нахуй. Ну посчитай, ДПСеров. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 есть. ДПСеров 17, нахуй. По-любому. Все, я сделал. 10 слотов хотя бы точно надо. Я сделал 10. Пиздец, растянул его, ебаный рот. Меня можешь, Войд, не учитывать. Ну да, там...
те, у кого... Я просто повыше его сделаю, все. Слушай, ну еще, блядь, людей... заводить кого-то нет, нахуй, ну я хуй знаю. Надо кого-то еще искать. Ну, вот кто-то мало дает. У Эйя нанесенка мало очень, ну он токен забирать будет. Ну Хант нужен, блядь, он сферы ловит, нахуй. Дальше идет Вадикон. Ну по нанесенке, там, конечно, разница такая, вот 6 лямов 400 у Эи, 6500 у МВП. По токену, если падает друидовский, отдаем Славе на медведя. Нахуя, там же шелфир. Чтоб смеха было дохуя. Мишка в 25, блядь, на набор агро видел? Да у него такой же... У него такой же набор, как у меня, нахуй. Ты понимаешь, у него 2Т5, он еще в ДД-шмоте, у него чешка, нахуй, у меня чешки нет. Да, нахуй. И если он, мне... блядь, ДПС отдает, нахуй, ебану, под 11. Может, я под 11? Ну, 11-12к дает, блядь, урона. Слава, не хочешь в сову? А что, у тебя 2Т5 на мишке есть? Только 3 сижи. У меня 4Т5, блядь. На медведе? Ну, я могу их с катана медведя, там в РПБ. Просто чисто пояс и 4 токена. Вот, смотри, что я делаю. А нахуй мы тогда хуйней занимаемся? Все, блядь. Я поменял чисто пояс и токены. И что ты думаешь, мне на этом, как он называется, на сове? У меня мастерство здесь 55, и получается метка сидит 8. Ну мы ДПС проебем. У Катриси видишь, сколько дает, блядь? Ну да, я столько не дам. Ну и будет 20-ку даст. Да нам, в принципе, ж хватало, если бы мы не умирали сейчас. Давай пока попробуем. Лут, короче, бьем, как и били, все то же самое. Сейчас главное, чтобы Юля не вылетела. А дайте мне СС просто. Да, то, что Юля... И я просто умру, скину свою агро и не буду беспокоить никого. Объясни мне, что делать, танки. Просто набирать агро? Это, по припотам еще прошерстите. Сейчас я еще нахуй себе на хосту возьму, чтобы больше агро было. Дайте гильдбанк кто-то. Да, просто набирать агро? Просто. Да, давайте просто дам. Дайте гильдбанк, блядь. 21 да, припот, нифига. Да, у меня есть, блядь. Алло. Мне тут вон агро. Просто агро набирать? Нет, отвечай. 12 человек выпили нам. Не, мы сейчас попробуем еще раз, как били. Сейчас бьем так же самое, как и били. Мы убивали, типа, по сути. Может, мы убили, если б не вылетела Юля, как раз и низы бы там и прочее херня. Да, сейвы проебались, и поэтому люди... Они сейвы, когда танк вылетает, два других танка начинают быстрее улетать вниз. Ну, это понятно. Поэтому у нас стали... Меня ударили, там, Катриси ударили. Да. Этих поударяли. По итогу ДПС проебали сильно. Слышишь, еще предлагают, так, чилим 5 минут. БРы подождать. Да. СС, притон потом наложишь на Вадикона. Че, расчеловка? Ну вот у нас бидон уходит через 30 минут. За 5 минут можно тратить. Да, типа мы можем, да хотя бы... Давай, ладно, даем трай, но БРов нет, учтите. Ну, блядь, просто дать трай. Они появятся через 3 минуты. Ну просто, блядь, не знаю... В первое время никто не умирает даже. Я и говорю, что первое... Мэдбокс, Рарник, Эламаунт, Салфир, Транквил, Призон, теле похавали. Куда они постоянно портуются, нахуй? Че, войду давать, да, Триксы? Да. Да. Ну, с пула надо, чтобы я был первый на боссе. Окей. Припоты пейте, у кого нет припотов или кончились, говорите. Кульдрин готов? Сейчас. Смотрю, что происходит. Я даже на 500 скорости достал припот, блядь. Так, вроде все пожрали. Ломаун тут? Да не надо вам МП5. Тотемы ставим. Я готов. Дайте ему ебаный МП5, чего вы дрочите, блядь, дайте пристам, блядь, МП5. Два ДЦшника в рейде. Прото урон снижает же. Два ДЦшника в рейде, да, но сука, не стакается. ДЦ есть, он тоже самое снижает. Так, да есть на Эламаунте и МП5. Все, потому что дали его, даю чёрт. Ай, блядь. Уебался. Нет, таймер не включен. Ну, похуй. 20 секунд.
Незыбкая Вилаша. Кого на пули? Они трое кто-то. Ну, нижний, Holy Drink там. Готовьте личные сейвы. Личные сейвы нажали. Сейчас и Вилаш ответит. Сакра Holy Drink. Войда на пула. Я уже вышу сдал, блядь. Сакра Врахель. Следующий. Ну будет уже, блядь, первый, нахуй. Ну тогда в Holy Drink. Окей, Holy 5 секунд. Drink. Антимагия Вилаша. Вилаша, Вилаша, сердце. Ты, блядь, в Holy Drink дал, ты чё, блядь? Я дал Вилашу. Окей. Там просто резко что-то пошло не так. Я нажал. Дикон уже второй. Со львы по одному. Войда надо. Со львы по Водикону по одному, давайте, сливайте. Я сдал. Рианти на хп. Все, все танки в токе. Нормально. Ой, Фурия Вилаша, Holy Drink упал. Holy Drink на полу. Со льву по шп, дайте шалфир. Рарник о форме. Шалфир на хп. Вархиль со льву по хукмастеру, быстро. Незыбка Вилаш. Личные сейвы нажмите, парни. На полу в Юлю. Личные сейвы нажали. Я вижу. Сакра Holy Drink. На полу на войну уже давайте. Invisible второй, Водикон. Invisible, готовься. Я там вот сюда. Сакра Врахель. На полу Holy Drink следующий. Блять. Сейчас я сержу после этого. По третьему танку. Дезинформация, лютая. По третьему танку надо. Антимагия Вилаша. Я даже... Блять, Хант умер, нахуй. Ясно, нахуй. Вот, теперь БРы, теперь БРы будут у нас. Слушай, ну смотри, смотри результат какой. 30%, 2 минуты, нахуй. Это получается чё? Убивает. Это получается убивается. И по агро вообще бомба была, ебать. Ну и все. Блять, мне реально нахуй надо или чешку, или зов какой-то вместо вот этой трини нахуй. Обычку пойдем завтра. А есть что-то Зуламан. Реску, Зуламан нахуй. Что-то надо такое закрыть. Можешь триньку за жетончики купить какую-нибудь. Да, давай, подымай. Давай, типа ГБЗ? Нет, которые вот эти вот, там боига может не упасть. А этот, слышишь, подожди, а триня, которая за пустоты 200 туда РПБ дает, она там тоже, типа, ну, вроде нормально. Или хуйня. Я не знаю, нахуй. Сука, я рыбу выкинул с панели. Слиток сраните, есть у кого? Ну, ГБЗ 400 подает постоянных. Прям здесь сейчас с собой. И надо войда менять, мало ДПС. В натуре, блядь. В натуре войда ДПС заебал. Надо собачку вести. Да, надо сходить раз обычку. Давайте, блядь, потравим нормально еще. Блядь, бидон, нахуй, ты не можешь подольше посидеть, нахуй, хотя бы еще полчаса, ебать. Хуйня будет, нахуй. Друид инвалид, он и есть, но если что, под страховку.
напишите ему в ПМ, кто не занят там, чтобы... Если что, его там еще Вилан. Да, он тебя как бы слышит. Еще Вилан есть. Слиток сранит где-нибудь там, МГБ. И земля извечная, кусок один. Инвалид тут. Блять, ханта не проебывайте хилы, как-то обращать на него внимание побольше, блять. Частицу на него вешайте, да. Вешай, висит на мне. Фласки обновляем? Видимо, спал. Конечно, да. Обновляем, блять. А, ну ладно. Короче, теперь мы все знаем, что Витя слабый. Витя, поставь еще ауру жабы вот этой, опеку жабы. Она ничего не дает. Герард. Вроде 2% стамины, нет? А? 2% стамины. Жабы? А, ты имеешь зандалар? Да. Не, сейчас скажу, сейчас он... То есть частица на нем фулбой висит. Ну надо еще какой-то хил, блядь, не один же ты, на него что-то еще должно быть, нахуй. Ходки там, нахуй. Сторонит три штуки, нахуй. И извечку землю. Еще буду сотки ебой тогда в записи. Есть у кого нет с собой? А, ну, да все уже, кого, ну, какой сотки? Тебе надо? Тебе надо к кузне портоваться, блядь. Давай уже с трай, нахуй, дадим, ну, да. Блядь. Окей, давай. Давай, обмен, мастер каша, стой... Да кузницы нету, наковальня же нужна ему, чтобы брасы сделать. Да, блядь, при чем здесь кузница? Я фласки раздаю. А. Фласки. И вообще, качайте алхимию себе на 2 часа, чтобы фласки были у всех, блядь. Удаляйте бесполезные свои профы. Охереть ты придумал. Бесполезные, например, какие? Так шатратские не будут на 2 часа. О, слышь, что, я сейчас тебе перечарю, блядь, у меня же мех есть, если на силу атаки ебану нахуй. Нихуя. Бесполезные-то какие будут? Юля, что там? Все бесполезные. Да ебать, ты мех 266. А если все полезные? Удар поебал. Так, давайте. Будем начинать, нет? Чего, все фласки взяли? Ничего не убирай, Апродекс. Все нормально. Так я ж тебе дал, Юля. Фласку только что. Витя, делись маслом. Бля, беги ко мне. А где ты там? Инжабис. Бидон что-то писал по поводу того дюта, но не идет. С собой вносит. Блять, когда вы там... Вы все готовы сейчас? Просто не видел. Чё, давай. Сука, вы готовы, нет? Даю отчет, короче. 5, 4, 3, 4. Так точно, капитан! Эвилаш, а не зыбку. Че, танки не набирают совсем? Хуйня какая-то наебала, ты сильно крутой, наверное. На пул Седжу где? Так вы не говорите в кого, ёпта, я конечно не всегда не смотрю. Личные туда. Сейвы прожмите сейчас. Вы с пула что, меня не давали, Юлю. Что ли? Я на пулу нет. С пула. Я дал с пула. Я хуй знает, плохо. Сакраф или дринг? Сакраф, Рахель. Антимагия Вилаша. На полу вью. Там сдох, блядь. Вот Фокса сложила. Лёху быстро резнули. Катрисе рез. Не надо. А, стал нормально. Намажьте, намажьте. Дайте там пристабав, лапку, каску. Войда пульч. Рианти на хп. Войда на полость.
Я сдам. Шалфир на хп. А хукмастера сальва ебанить, пожалуйста. Только все я сразу не знаете. Не зыбкая Вилаша. Вот его дикон, смотри, второй нахуй. Стопы. Invisible. Сальву рарник по Invisible. Вот незыбку быстро, незыбку быстро. Зубы сдали по нему, до незыбки нахуй. Ладно, похуй. Сейчас скинется с тебя. Все, Вилаш, следующий войд, надеюсь. На полу холидринка. Сакрай холидринка. Ага, так. Верса, одна секунда. Сейчас я понабираю. Сакрай, Рахель. Мастер Каши, смотри, ты второй. Может тебя выбрать, после кто меня пнет. Готовь незыбку свою. Слышишь? Давай, незыбку. У кого есть зубы, готовьтесь. Я скажу, когда по нему зубы дать. Вторые зубы должны быть у второго лица. Антимагия, антимагия. Да-да-да, зубы, зубы по нему, зубы. По этому. Мастер Каши, нахуй. Как ты же, вот зубы. Сейчас надеюсь, скинется. Я ему сдал. Кого на поле? Шалфир, делай что-то, я хуй знаю. Сейчас ты следующий. На полу в юле. Я нажал уход. МВП хант на полу войд. Не, на полу войд. Транквила на хп. Захай, живи, живи. Отверни, отверни, блядь, твой фига. Отверни, это, и зыбку сдавай. Чё ты же что? Я не зыбка, у меня КД, блядь, была. БР, Катрисия, Захан. Войд, БР, Вадико. Резнул. Вставайте, тут клэп прошел. Быстрее вставайте и дамажьте. Вставайте, сука, быстрее. Захилить их. Я формирую видибл. Так, у Мудфокса последний БР. Сейчас после клэпа. Незыбка, Вилаша. Вилаша, незыбка. Вот захиливайте. Вот. Ресай, Катрисию быстро и быстро вставай, дамаж. В Рахель сдохнул. В Рахеля лучше ресай. В Рахеля. Все, резнул. Без хэпала. Ну, без хэпала я хуй знает. Хуярим. Сакрахули дринка. Компилятора пить, бля. Сейчас будут сыпаться нахуй. Костя, вот сейчас на врахелевскую уху сакру нажмешь. Нажми. Все, уже рейд шотает нахуй. Можешь попробовать Катрисии в танке? Да нормально здесь. Не, а сейчас вообще будет... херня была. А сейчас хуйня просто. Была, да, сейчас пула херня была просто какая. А чё, может быть, историю на историю загнать нахуй? Тогда еще дырка появится. Да и похуй. Да, так история сколько? 23 даст, наверное? Даже нет, больше. Тут я мало даю. Почему? Ну, хз, я не знаю. По фпс-а мало. Ну, у меня тут 1016 уходит. Сколько? 1016-17. Не верю вообще. Лол. Масрез, да, что? Ну, в ШД. Мы же тогда били с тобой, по-моему, нет? Мне минут 20, если будет. Ну, значит, пойдем в рысобычку сейчас славю чешку набивать. Да. До конца травим робота, потом просто солярудим. У нас сейчас уйдет Бидон, Катриси, еще кто-то. Я соляру не нужны, там супер ДД и супер хилы. Да. Ну так-то не тупые нужны все равно. Ну, вот именно. Я 8 тоже съебусь. Ну так-то, типа... Ну все равно надо как бы убить. Солярий лут лежит. Не знаю, я рот ебал нахуй. Тут че, будем пробовать Катрисию там? Скидывал бы он хотя бы не 25%, а 20 нахуй. Или 15 нахуй. Ну почему так жестко сделано нахуй? Это пиздец нахуй. Ебланы, блядь, тупые нахуй. Хила спекнешь, умирает, рейд нахуй, танка уберешь, пизда нахуй, всех шотает нахуй. Надо, чтоб челик на которого сагрился босс, блять.
Надо, чтобы он жил, короче. Короче, надо сделать так, смотри, сальвы поэкономить. Сальвы мы даем по Вадикону и по Шалфиру, нахуй. А да, по остальным, лайка. Нахуй, вот Катрисю он шотнет. Латников он не шотает, они живут под незыбкой. Надо, чтобы латники перетанчивали эту хуйню. Все, вариант есть. Можно Вадикону СС, нахуй, и там не сейвить. Пусть умирает там. Когда умирает, на ноль скидывается и встает, и обратно хуяет. На самом деле, мне кажется, лучше в СС в Рахелю повесить, да и все, и не ебать голову. Ну, типа, ему профитнее СС будет. Если он упадет, вот, типа, вот как сейчас, то он СС встанет. Типа, если умирает Врахель, то умирает рейд, нахуй. Ну, типа. Ну, то да. Ну, Фокс уходит, мы взять друидин в лид. Ну, сейчас он уходит. Авелания в рейд. Типа, ну, тут как бы хочешь не хочешь, но, бля... Че, мне хилом заходить? Да. Скорее всего, да. Дайте мне 2 минуты. Пробел заполнится. И сальва будет, да, и сейв будет, нахуй. Ну вот. И подстраховка. Ну, пока что я вижу проблему только в том, что мы умираем и все. А сова в медведи не переживает боссу? Нет, нахуй, она не переживет, блять. У нее таланта нет, нахуй, на минус крит, ее просто критуют и все. Ну что ты? Бидон ластрай. Уже? Ты же 10 минут назад говорил, через полчаса. Просто типа столько сальв сливается в сову, которая. Ну, Мэтфокс, уже иди. Друид инвалид, короче, тоже заходи, нахуй. И давайте ебашить, нахуй. Ну, Бидон, Мэтфокс, идите, блядь. Да, да, и символическое ЕП. Хули их держать, сейчас дам. Надо травить босса жестко. Друид инвалид и Авелания в рейд. Бля, хуево, что Бидон уходит. Ну, ванир все-таки. Так, все, портуйтесь, порталы протонулись там. Эвелания, давайте Воланир. В смысле, Бидон нужен? Ну, конечно, ты нужен. Воланир, нахуй. Или что, нахуй? Все, уже друид инвалид и Эвелания, ставьте шкаф. 245-й пух. Там, где масс сейвы, будешь говорить о Эвелании. Ну, да, я понял. Эвелания, у тебя пуха с луча есть на пал? Нет, конечно. За 300 пуху мне скажешь брать? Может, мне еще тапки с РСК взять за 300? Я уже подумал. Ты там уже можешь расслабиться, ты улетел. Я уже видел, блядь. Саханыч там наловил. Да, я ж. Ну я ж 75. Не знаю, базарни свой, да может на хапало даст. Я ж 70. Я ж как бы хапал-то не основной спек. Я что 75 на лече поймал и пиздец. Что, все, давайте это самое, проверка вы тут. Ну подожди, эти похавают. Авелания, масло, сапрот. Речь, все это, давайте. Друид инвалид, там сапротик, масло. Сальвы, когда говорите, смотрите в ники, Шалфер, говорите. Масло ебани. Чтобы... Invisible, Закхана, кстати, пожрите, блядь. Я ж хавал сидел, бля, ёбаный. А нахуй вас с ложкой кормят? Вы чё, ёбнулись, что ли? Давайте резче бафы свои, бафайте. БР у нас 4. Так, там по 3 минуты. Инвизибл и Закханыч не вижу, блядь. Чё, пустили, пожрали. Только у Друдин в Лиге есть. Клава, поставь рыбу этим бичам. Вы заебали, нахуй вы её затыкиваете-то, блядь. Она долго стояла уже, я не помню, затыкивал. Авелания, разбафай МП5, а? Да, МП5 им разбафал. Заебут. Алло. Это все разбафано. И не надо спамить вот это, блядь. Лучше в ПМ пиши так. Паладином, нахуй, всякое говно, так, нахуй, чтобы этот люди не видели. Дожирает. Все, в принципе. Это не очень давай хорошо, сейчас. Блядь. Ну там, где сакра войда, сначала... я понял, Авеланию ебать. Сначала да. Примите готовность сначала. Врахель. Таймер. Где? Врахель. Рома. Как залагал, пони. Рома. Слышите, Вадикона. А зачем нам Врахеля дали? Частички света, они стакаются? Нет. Да, конечно, я на контов тройке. Блядь, где Врахель? Да, забись.
залагал он, как обычно. Чё, где, блядь? Вон он, всё пишет, вон он здесь. Готовность не принял, поэтому хули я стартану, и мы упадём нахуй. Вот теперь все готовы. Того, чуть конфетками убил, отстаньте. Готовимся, готовимся, даю отчёт. Припорки не забудь, да? Первый шар, да, ушел опять. Ну, что там у вас нахуй? Шар в рейд пошел. Да и похуй. Друид инвалид. Друид инвалид, резай его быстрее. Багро скинул нахуй, это был ход нахуй. И Вилаша не зыбка. Блять, ты, ну ты ждал, могли тебя захилить. Зачем так долго ждешь? Уже сдал тебе Бэр. Теперь вставай. Все, вот сейчас станет. Ну проебал дохуя ДПС. Авила. А подожди. Не надо. Вот сейчас Авила не сокра. Ага. Блять. Это пиздец. Ты что, сука? А макрос. Дайте. Макрос на отмену. Авила. Ой, блять. Не тот ёбнул. Сокра коли дринг. После клэпа Галеб встанешь, подожди. Угу. Не кинули. Каску друлям. Сейчас, блядь, ты вставать-то будешь, нахуй? Уже 10 клэпов прошло, не кинули. Сокра в Рахель. Ясно, нахуй. Как это не кинули? Кинул я БР? Нету БР. Ну все нахуй, ну. Там вон, Холи Дринк пишет в этом. Возрождение к Авелании. Отмену нажал. Отмену, ебанул. Все нахуй, да? Эти магия, Вилаша. Я не знаю. Давай, давай попробуем, давай, короче, нахуй. Так, ну. Пизду, короче, не, нахуй надо, короче. Смотри, вот два БР в КД, и у меня есть и у Катрисии БР, нахуй. Два БР мы сдали в пустоту, нахуй. Пиздец, блять. Не это самое. То, что вы сейчас на него будете наезжать, ничего не изменится. Макрос поставь, блять, нормальный, нахуй. Сейчас да сейчас он поставит, все, не кричи, старый. А то, блять, капилляры полопаются. Не, я понимаю, бля, это надо 10 лет поиграть, чтобы. Судик в не, я чтобы обычно все нормально. Просто две кнопки, блядь, одновременно нажал. Да, да, он да, только пришел, все, успокойтесь. Ну, он, блядь, не размялся, ничего, вы ему сказали забежать, он бежит. Ну это разминка была, блядь. Ну как Вадикон сдох, нахуй. Разминочка. А, это когда он сдох, а потом Вадикон следом сдох, да? Ну да, нет, нет, наоборот. Я умер, потом он умер. А ты как умер-то, блядь? А хуй его знает. А, я вначале вообще сало, не смотрю на свой хп. А почему сало было в начале? Так сало было до клэпов. Типа оно кончилось, Геру дали, стали хилиться. Типа засчитывать, правда, не успели. Я думаю, что она там сфера улетела в рейд, да, или что? Да, первые там 3-5 секунд мы в сале были. Угу. Потому что кто-то не добежал. Вот, все. А чё курим-то? Какой курим, нахуй? Какой курим? Вы ебанулись, нахуй? Бросайте курить, нахуй. В натуре, блядь, курение убивает. Слава за ЗОЖ. А свай кидайте нахуй. Работы кончились. Это кому? Снюс. Дерьмищем, говорит, закидывайтесь. Шкаф, нахуй. Это, продуктом. Если кому-то нужны припоты на хосту, и Азаханычу киньте обмен, я поделюсь за припотами на хост. Слава, ты пробовал? Третий, что есть? Нет, не пробовал, нахуй. Рома, ты где, бля? Да, удаленный. Че сегодня понедельник, да? Ну, бля, есть еще шанс, нахуй. Что завтра? Время жрать грибы, слова. Пробовал грибы? Завтра, сука, чтоб все были, похуй, отменяйте работу, блядь. Все, блядь, чтоб были, нахуй. Никого не было тоже, чтоб были. Всего лишь игра, если че. Ну да. Блядь. Слава в ней живет. Вархиль, ты где? Слышь, мужик, грибы. А ну как я могу это? Так, я уже взял, сейчас я... На шампиньоны ел, блять, потом чё ещё? Вешенки, нахуй. Всё, Глебка, настроил там всё? Да, пью. Шитаки японские, нахуй. Чё ещё? Шитаки! Нихуя себе, блять. Рыбу жрите все, нахуй, чтобы вас кости не... Любители Томьяма проснулись. Я пожрал. Шитаки, блять. Получается, у Наги Маки можно попасть? Желание МП5 разбавкать, что ли? Что-то не хватает какого-то бафа. Ты мне не пиши, нахуй, ты меня отвлекаешь. Я сейчас, блядь, что-то не нажму, нахуй. Не хочешь анигири похавать, Войт?
Проверка. Не, на самом деле, Слава, это реальная тема. Давай, типа, давай. Нарезаешь мел в йогурт, ебашишь. Типа, пьешь йогурт, через 3 часа пиздец. Начинаешь. Смешная просто нарезка детей. Нахуй. Давайте, нахуй, это самое. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну подводи, 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 ну подводи, его же бить надо, подведите сюда, что вы делаете-то, блядь? Ну и все нахуй, агро проебал всю свою. Блядь, танки нахуй. Просто весь приход проебал известно. Незыбкая Вилаша. Вот это что? Нормально человек, он лежит? Нет, ненормально, нахуй. Ладно, даю БР по нему. Быстро захилить его. Быстро каску лапы приступаем. Глеб, сакра. Угу. Как он сдох, нахуй. Я вижу. Сакра, холи дринк. На полу в июле. Сакра, Брахель. В июле. Уже ждал, что на третью. Присты стамину бафните. Вилаша купа. На полу в полидринка следующий. Рарник по инвизиблу, сальву. Варианти на хп. Авелания, сальва по Закханыч. Шалфир на хп. На половью. Следующая хулидрин. Следующая хулидрин. Глеб, готовься. Глеб, сакра. Хулидринка на хуле. Сальвы есть вообще? Сакра, хулидрин. Шалфира шотник, нахуй. Делай что-то сейчас, о, мастер, не зыбку. Пархиль, по шалфиру давай. Хильте его, только спамьте в него хиль. Мастер каш, не зыбу прожми. Сука, зубы рано даете в незыбку, надо... Брахель, сакра. Сейчас просто, если его не убьет сейчас... Можешь этот хулидрин каплю понимал? Вот, я сюда закинул. Сейчас я под... Антимагия Вилаша. Поле дзинка на пол. Да, я под крыльями сейчас. На полу Войда. Транквил на хп. Сальва уже есть. Давай сальву по инвизиблу. Ламаунт на хп, ламаунт на хп. Инвизибла дам. Хулидринка на пол, на следующую сетку. Рарник в Катрисию. Боб, незыбкая Вилаша, незыбкая Вилаша. И по продуктсу. Желание. Сейчас Маркиль, о продуктсу будет боб бить. По продуктсу.
наше повезло. Сакрай, Белани. Вадикон, стопай, чтобы мастер каши лучше побило, чем тебя, блять. Давайте припота выпили вторые. Кого следующий на пол? Вайда? Сакрах или дринк? Да-да, Вайда. Они там вдвоем пока. Хокмастер готовься. Вархили по хокмастеру со львом. Блять, ну он латник, мы же договорились, сука, с Сакра, вами. Брахель. Сакра, Брахель, Сакра, Брахель, Сакра. Мы же договорились, что они будут танчить, нахуй. Тихо, Слава, подожди. А с Вадиконом что делать? Он сейчас убьет его, нахуй. Оп. Все, тихо, парни. Эвилаша, антимаги. Сейчас меня должен, по идее, забрать. У вас сейф, дальше Берса, парни. Ебашьте. Так, его убило. Убейте до того. Берса 10 давайте, секунд, мы убили, убили, суку! Ебашьте сюда, нахуй! Доброй ночи, котята! Молодцы, паладин, разбойник, шаман, охотник, сыграет смерти, мать, книжник. Что такое, Костя? Что делаем? Я не знаю. Так, ты тапки хочешь, ну давай я залутаю, ёпсель-мопсель. Типа не выступлю. Я хуй его знает, что лучше сделать, дать, тебе отдать или мне четвертый Костя, кусок. Костя, ну там... Чё, вообще зачетерил, третий купил. Чё круто. Костян, отдай ему, у тебя, блядь, там все нормально, мы на пуле мы убиваем и так уже, а он ДПС апнет, на пул сильнее будет. Ну так что там, решили, нет? О-о-о, я на первое место вышел, пойдёт. Хороший. Так, чё, продакт подожди, я тебе охотник, сделал. ДК, мах, лок. Там Эйя, Эйя на очереди. Давай сейчас с этим разберемся. Эйя, пускай забирает. Эйя без вариков, нахуй. Ну, а кто перчатки со слепца кто забирал? Ну, Эй, да. Эйя, правильно, да? Так что ну, тут даже да. Не принимается ничего. А, ну, по списку, у него да. Второй кусок. У тебя другие скиллы. У него второй кусок, и ему апнет. Сейчас, подожди. Теперь с этим куском. Лучше будет. С этим куском. Быстрее либо решайте. Мне на прото четвертый, либо Сэджу второй. Ну, на пул, ну я бы забрал. Типа мне первый. Бля, ну в принципе, давай так, Кость, смотри, там как бы у тебя в 25 вроде нормально все танчится. Типа, не пиши мне, сука, я сейчас слушаю людей, блядь. Сэджу, тебе нормально апни ДПС? Ребят, ну думаю, да. На да не слудите, отдайте ему по очереди. Отдай Сэджу. Да, выкинул. Сервер упал. Да. Вы что, ебанулись, сервер упал, нахуй? Не-не-не. Не-не, нормально. ГЦ Никитос. Так, теперь подойдите Седжу и я ко мне в рунок дам. Вот эта хуйня надо кому-то бесплатно, нахуй? Это мне, подожди, я зайду, отдай мне это. А где ты стоишь вообще, я не вижу. ГЦ Седжу. Зайду, меня выкинул. Спасибо. Блядь. Я в роботе стою, блядь. Так выйди из него немного. Не, да подождите, блядь, шмотку отдам. Ладно, сейчас пока сею закину. А пошли этого пидора бить. Идите блядь, трэш пока бейте, да, не спешайте. Лутера дам сейчас. А сколько ДП за... Давай, кидай обмен. Хотя бы пета порульте. Подожди, у меня воронок нету. Сейчас слышь, надо ГБ поставить. Слава, еще такой варик, ну, как предложение. Пока мы вот это говно, блядь, не убиваем нормально, да, чуть больше за него давать. Ну, ЕП. Ну, сколько? Косарь? Ну, да не, касаемо... Да, косарь это дохуя. 500, ну там, я не знаю, 500-400. Они по 400 и так. Давай будет... Тебя... Они и так а, здесь 400? Давай будет 800. 400. Тут по 400 за босса. Ну давай двойное 450. Будет. Ну давай за это говно там, 700 или 800. Давай двойное будет, пускай. Давай. Так. Пока стабильно не начнем. Эйя и Сед, ждите сюда. Я здесь. ГЦ Седжу. Ну и этому накинь, блять, я думаю, справедливо будет Бидону и кто там, Мэтт Фокс пол. Еще подвесил. Не, нахуй, да. я что-то я ебал эту хуйню, анонсить. Что, кидать обмен? Да. Что такое? Нормально справился. Да я в списке сидел, терялся, блять. Это... Буквы забыл, да? Я два раза потерялся, блять, это вообще забей. Я сгоняю за чары, все окей. Статика убили 5 минут 47 секунд. Я конечно, не... чары, эй, я где? Я еще не знаю, у меня по такой брейнлаг случился. Там, где стоит Сакра Вайда,
у меня в мозгу читается сакра вайда, блядь, и где-то секунды через три доходит, что нужно говорить. Да, а вайда-то нету, да? А вайда-то нету, блядь. Я, короче, в долара надевать куски. Идите, одевайте, блядь. Эй, ты где нахуй? Иди сюда, блядь, за ворота. Юля, пошли танчить. Хилы, расчехляйтесь там. Сейчас, пока мы трэш бьем, блядь, куски одевайте, чарите, делайте, блядь, ДПС. Бля, пойду в туалет схожу посетить. Юля, я легионера заберу, отведу. А по Сифии, кстати, дайте тоже, слышь, Слава, дай ей тоже. Да, но... А чё ты уходишь, чё? Мячики верни, я пошел. Какие мячики, но... нахуй? На хранение оставлял, да? Вот сейчас по Сифии зайдёт на замену и дашь ей... Понятно, понял. Мячики верни, на. Как я их тебе верну? На ауте, видишь? Слава, можешь ему ГП вернуть? Да, ну, блядь, я не знаю. Да я шучу. Чё там? Подтянуться может, чё мы бьём в пятером, блин? Подтягиваемся. Да заебал, нахуй ты это делаешь, блядь. Ну, стрельца чё вон. Дай вон, нахуй, это, каких-нибудь это бубнильщиков, нахуй. Это горело, это уже не я делал, успокойся. А кто это делал, блядь? Ну, блин, ты же делал, блядь. Я три мячика кинул в тебя с самого начала. Стоп, не тефлут. Короче, смотрите так. На среду идем каратресы ебашить. И Алара там траить. Завтра вторник, нахуй. Я знаю. А чё ты, Рианти, уходишь? Я не могу понять. Куда ты уходишь? Вы чё, офаетесь или что? Ну, почему вы офаетесь? Думаете, тут 240-е подойдут, что ли? Ну, мы ее будем бить 20 минут. Рианти, там вообще-то и топовая тринка. Мне тут пишет Катрисия всякую хуйню, блядь. Не солярка, нужна. А, дела по дому. Тринка. Мужики, как чарка называется на плечи, на АП? Великая. Великая, а там разберешься. Просто веди начертание, все. Великая, веди, а там 4 варианта. Секунду. Я нашел уже. Нашел? Так, где я там? Великое начертание, кухта, журавля, да? Начертание пидора. Блядь, журавль, блядь. Кто журавль, плюс чай? Змея в тени говна, блядь. Сколько без бафов? 55? Так. Да. Так, Рианти ушел. У меня 53. Пасифея пришел. А кто ушел еще? Или никто еще пока? Ну, Рианти ушел. Ой, блядь. Ну, это говно мы и так запинаем. Хуёво, конечно, ребята, если еще на, запад, думал, там... смотрите, на среду по максимуму, Рианти, постарайся прийти, это чтоб все были, будем каратреса бить и попробуем Алара. Мне Хукмастер пишет, получается, я тебя одеть зашел. Нихуя себе. Слышишь, а тебя не одевали, Хукмастер? ШМ тебе не делали или что? Отсюда блядь? Ничего не надо, но Хукмастер тогда мы не будем... Так может он рофлит, что вы гоните, блядь? Пиздец, короче, нахуй. Вы что, блядь, ебанулись нахуй? Хукмастер, все рофлит нельзя, он рофлит не понимает. Седжу, здесь люди не понимают. Я понимаю, я просто не понимаю. Седжу, у тебя ДПС хуевый, Седжу, у тебя ДПС. Не рофли. Хуёвый ДПС, слышишь? Все ли вас гибли? Всё, пиздец, нахуй. Да, дух стаи, контуры. Отдали, а он вливает. Войт, я предлагаю, короче, кто-то ниже 5-го места с робота всех кикать нахуй с гильды. Нихуя. Пойдет. Вот это рофл. Вот мне сейчас интересно, вот смотрите. Пожалуйста. Лёха, да, только ты подойди сюда и начни хилить. Вот ты стоишь там, а там нету трэша, мы тут стоим. Вот они сейчас пулят. Я вообще написал, что я перекурить 2 минуты. Так подходи сюда уже. Я не знаю, ну... Я на сейв еще даже не успел. Тут 2 хила всего лишь. Давайте о важном, короче. Давайте Пета разролим. Я Пета отдал, блядь, кому-то. Какого Пета? Ничего не помню. Понятно. Жук, нахуй, я хуею. Отдай Пета. Хукмастер, какая голда, ёпта. Я уже на автомате завязал, нахуй. Сиди, чили. Я понял, блядь. Еще босса так убили, да? Ты куда идешь вниз? Надо наоборот наверх идти к нам. А он обходит, блядь. А нет, чтобы поверху пробежать. Слишком мы время проебываем долго, дохуя. Это да. Прячьтесь там, нахуй. Среду каратреса, блядь.
короче, говно. А что, ты не будешь во вторник? Тебя не будет? Не, ну буду полтора часа. Пока трэш зачистим, блядь, ну там 1-2 трая успею и пиздец. Вот и все, волонируем. А куда мы завтра идем? Я пришел, сразу же убили. Завтра он можете почилить это. О, это. Целка 25 оп, не ходили, второе, слава. Юли, кстати, к осколке. Хорошо, хорошо, блядь. Это самое. Завтра. О. Чё не и было у нас? ТТГ, ГМХМ не ТТГ, было. Да, да. Приходите завтра. Не будет, уроки, не будет онлайна, блядь. Будет ГП. Что-то надо выбить. Что ты ТТГ хочу? 13 минут, я АФК, короче. Я вот такой чего хочу. Нахуй я вообще, ну, хилы помирают. Слышишь, это, РС-ку можно еще ебануть. Завтра. Только это... Да мы, я думаю, и сегодня после РТ можем ебануть РС-ку. В принципе, да. Я бы был бы не против чешку взять. Обычку? Обычку. Обычная обычка. Я зайду подамажу. 20 тел убьют, нахуй. Вообще легко. Блять, стой, не пули, стой. Ну, что ты делаешь? Ну, два хила лежат, блять. Ну, ты смотри хоть. Вот как сейчас выживать, блять? Это, отойдите, блять. Слава, слышишь, ты ж записывал всю эту хуйню? Слава, я легионеров заберу. Хорошо, стой там с ними. Слава, блять. Чего, блядь, столько инфы я... дохуя, блядь. Вы думаете, я что, робот? Ты всю эту поеботу записывал? Да. Маме подпадать, да? И эту поеботу тоже записывает. Ты сможешь вырезать тот кусок, там, где именно убийство босса, тот трай? Ну, можно, нахуй. Ты хочешь вырезать свои анонсы? Не, мне так чисто для личного профиля. Можно. Что, хочешь резюме делать? Ну да, да. На резюме, нахуй. Я тебя понял. Типа анонсер 5 коров. Да. Я уже. Да, да. Вообще не грустно. Да, что это такое? Херня самый грустный. Вообще похуй. Мне похуй. Ничего не надо. Итак, просто паладина шамана рогу. И так токенов мало падает. Угу. Меньше всего. Ну, блин, а вы еще жалуетесь.